я всегда в начале своего выступления сразу говорю о том, что я открыт к ней. Расслабьтесь. Я пошел курить. Останемся. А то все вот так. Самый ответственный момент всегда. Ой, нет, я пошел курить. Я не буду. Не напрягайся. Отпусти женщину, отпусти стол. Я здесь единственный гей, в засаде нет моих товарищей. Не надо пересчитывать натуралов, типа, сможем ли мы отбиться. Вот этот пьет пиво точно за нас, а вот этот с жасминовым чаем какой-то мутный. Реально, мужики всегда начинают напрягаться. У меня очень много друзей натуралов, но как бы мы ни дружили, каждый раз, когда я захожу в комнату, они делают так, мужики, садимся он здесь. Считается, что я подкрадусь сзади незаметно. Я не гепард, я косуля. Я сам в опасности.